обсудили градостроительство. В поселке Сокол прошли публичные слушания, на которых говорили об изменении генерального плана Магадана. Последний раз корректировки в главный градостроительный документ города вносили 5 лет назад. В новый проект жители Сокола предложили внести пункт, согласно которому переулки Восточный, 3-й транспортный, улицу Транзитную, Солдатенко и Литейную отведут под зоны застройки индивидуальными жилыми домами. Зеленые зоны в районе 3-го микрорайона предлагается перевести в территорию для школы и детских садов. Прозвучало несколько вопросов от регионального министерства природных ресурсов, в частности, расширение песчаного карьера в Уптаре. Мы объяснили и представители Министерства природных ресурсов, что это вынужденная мера. Мы хотим строить Магадан, мы хотим строить дороги, хотим строить объекты социального назначения. Для этого нужны строительные материалы, одним из важнейших, который является и строительный песок. Все представленные изменения в генеральный план получили положительную общественную оценку и будут направлены на дальнейшее согласование и утверждение в Магаданскую городскую думу. Публичные слушания должны пройти во всех населенных пунктах, которые входят в границы города. Кто против?